что ж, ребят, сейчас я вам хотел бы показать еще одну машину. Это Шерп Про, который сегодня покидает Жуков гараж. У машинки вот такой тюнинг. Свет ригет. Здесь штатные фары остались. Штатные фары, ближний, дальний. Боковой свет ригет. Ригет свет под 45 градусов, который будет светить. То есть здесь вообще фул круг. Окна в Кунге идут, установлены. На двери передней сделана вот такая ступенька уже, ребят. Для того, чтобы можно было спокойненько вот так вот наступить и зайти в машину. Машина необычна. Машина необычна тем, что она имеет ручное управление, практически полностью ручное управление. Для того, чтобы можно было управлять машиной только руками. Это, ребят, выжим сцепления. Кто-то меня спрашивал, можно ли сделать Шерп на ручном управлении полностью. Да, можно. Выжим сцепления вот от рычага идет. Вот так вот происходит выжим сцепления. Здесь есть, ну, газ стандартный. И есть, ребят, вот такой еще газ. То есть вот это ручной тормоз, а вот это вот ручной газ. Видели, как можно установить на какое-то положение и зафиксировать, потом кнопкой сбросить его. Кстати, интересное решение, достаточно простое. Установлена навигация Гармина. Я бы еще продублировал ее андроидом, если будет интересно, как хозяин может связаться со мной, я ему расскажу, потому что гарминовская навигация не всегда достаточно подробно показывает и актуально. Здесь у нас люк в кабине установлен, как видите. Панель установлена. Здесь и далее вы видите кадры из видеоархива для того, чтобы понимать, как выглядит стоковый Шерп Про. Ребят, что мне вот понравилось, это вот эти вот переборки. Во-первых, сделали вот такие вот корзинки для каких-то полезных вещей. И вот эти вот переборки, которых в штатной прошке нету. Здесь просто пустые места. И за счет этого нельзя было перекрыть кабину для холодного времени года, чтобы не отапливать ее. И с этой стороны также установлена переборка. Также установлены корзиночки для полезных вещей. Каких-то они прозрачные имеют стенки, чтобы было видно, что в них лежит сразу же. Далее идем в салон. Также молли, накладочки, цвет хаки. Многие спрашивают, зачем хаки внутри. Ребята, ну это же очевидно, для того, чтобы не было видно грязи. Потому что когда ткань однотонная, на ней видно грязь. Она сразу бросается в глаза. На хаке этого не видно. Здесь также зерно алюминиевое. И вот так вот открывается отсек.
Это очень удобно, надо нам также сделать на вездеходе на нашем. Здесь также есть ступенька. Вот такая вот достаточно удобная ступенька, заход-выход из вездехода делать. Сиденья раскладываются как по ходу, так и в сплошную лежанку. То есть получается сплошная лежанка вот здесь вот, можно будет улечься. Как вот в нашем шерпе, вот такие вот спальные места стандартные, да? Ну, можно еще сделать сплошную лежанку, то есть на всю площадь, что очень удобно. Да, и чуть не забыл, также установлен люк в кунге, которого тоже в базе нет. Как и окон. В базе нет у Sherpa Pro ни окон, ни люка. Вот такие вот ручки держатся, установлены здесь. Замечательно. Замечательно. Теперь можно вот эту часть салона отделить, чтобы не отапливать кабину в сильные минуса, что очень актуально. Дабы не тратить энергию на вибасту. Ну и вообще, зачем там отапливать пространство, которое в этом не нуждается. Там где-то у нас вот до нуля, где-то плюс 3, плюс 5, вот так вот сохраняется температура. Как холодильничек ее используем. Ну что ж, ребят, мне кажется, что получилось очень удачно. И владельцы прошек уже также могут приезжать в Жуков гараж для того, чтобы все свои хотелки воплотить в жизнь. Посмотрите хотя бы вот на эти нормальные лежаки. Ну согласитесь, это нужные вещи. Хозяева прошек меня поймут. Ну что, Жуков гараж молодцы. Мне кажется, можно только сказать ух и ах. В общем, ребят, не забывайте, что вы всегда можете приехать в Жуков гараж со своей прошкой и забрать вот такую вот конфету. Еще можно было багажник на крышу поставить, но, видимо, владельцу это не нужно. Ну и не забывайте называть промокод Герасим Шерп. Для того, чтобы получать скидку, Жуков гараж в очередной раз сделал конфету. Вот такие новости от Жуков гараж. Ждите следующих выпусков, а мы покажем вам что-нибудь интересное. Пока!